На этом заводе широко применяются передовые методы производства. Например, вихревая нарезка винтов на фрезерном станке. Обработка деталей на сверлильном станке вместо расточного. Все это экономит время, улучшает качество, и все это помогает коллективу завода создавать новое, совершенное оборудование для нашей промышленности. Завод выпускает универсальные, горизонтально-расточные станки. В их конструкции учтены новейшие технические достижения. Станки оснащены электронными приборами. Рабочему не придется вручную поворачивать деталь. Для этого имеется специальное приспособление. 2 года назад вступил в строй Ивановский завод расточных станков. Он стал одним из передовых предприятий области.